Привет всем, это канал Кинописьма. Ставьте лайк, поехали. Бурные ссоры и примирения Мирославы Карповича с Павлом Прилучным обсуждаются не первый месяц. К актрисе уже приклеился ярлык разлучницы, которая увела мужа и отца из семьи. Отношения Мирославы и Павла завязались, когда они играли в одном спектакле. И вот Прилучный уже разведен, а Карпович переехала в его подмосковный особняк. Коллеги актрисы утверждают, что подобную схему закрутить роман с коллегой по спектаклю и попытаться увести его из семьи Мирослава уже опробовала несколько лет назад на Алексея Ягудине, правда, неудачно. Вот что рассказывают. Такая же история была с олимпийским чемпионом, фигуристом Лешей Ягудиным. Леша и Таня Татьмянина на тот момент ждали второго ребенка, но официально еще не были расписаны. Леша и Карпович играли в одном спектакле. Мирослава сразу начала атаковать Ягудина, была очень навязчива. Присылала ему свои фотки, постоянно строчила в ночи СМС. Когда беременная Татьмянина это заметила, чуть дело до драки не дошло. Татьяна хотела поколотить разлучницу. Цитируют журналисты слова коллег Карпович. К счастью, Лёше и Тане удалось сохранить семью, но после этого инцидента они поженились. Масло в огонь подлила визажист, которая когда-то работала с Мирославой Карпович, и утверждает, что та завалила Прилучного своими эротическими фото, а однажды даже подарила календарь с подобными снимками. Вот что она рассказывает. Мира всегда действует по одной схеме, выбирая только известных мужчин. Чаще всего это женатые мужчины, которые переживают кризис в семье. Она легко уводит их из семьи. У Ягудина хватило благоразумия, он не оставил беременную жену. А вот Прилучный лишился благополучной семьи. Агата Муцениеце, женщина европейского склада, терпеть унижение не стала и ушла от Паши еще в марте после череды побоев. На тот момент Карпович снимал со своей подругой дом по соседству с Прилучным. Паша порой туда приезжал с детьми втайне от жены. Гулял он там и со своими друзьями. После возвращался домой пьяным. Часто на макияже Мирослава рассказывала мне про роман с женатым мужчиной, говорила, ждет, когда он бросит супругу. Напишите в комментариях, что вы думаете о Мирославе Карповиче и ее поведении. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.